Друзья, всем привет! Меня зовут Гимн Денис, это канал iBlock. И я, собственно, продолжаю хайпить, пытаюсь хайпить, продолжать на теме iPhone 8, но, собственно, здесь ничего такого. Давайте сравним лоб в лоб, то есть тема видео такая, что купить сейчас, вот, конец 17-го года, новогодние праздники, зависит от того времени, когда вы это видео смотрите, и вот, вот, как бы, доступен у вас 7 и 8, iPhone 7 и 8, да, эти оба телефона будут продавать, iPhone X давайте пока уберем в сторону, в конце видео о нем поговорим, но сейчас затронем, наверное, большую часть аудитории, которая рассматривает покупку всего нового iPhone. И, наверное, ту аудиторию, у которых нет вообще, может, iPhone, или у них э, что-то младше. То есть, э, начиная с 6, 6S, 5, 5S, SE, вот все, вот это вот, не дай бог, у вас там 4, <сёк> или еще что-то подобное. Э, собственно, вопрос, что же купить, что же купить сейчас в конце 2017 -го года. И, как вы понимаете, поступает в продажу вот сейчас, я записываю это видео 12 сентября вечером, поступает в продажу iPhone 8. И казалось бы, да, это новый iPhone, у него абсолютно новый префикс, это не 7. S. Это не 7 просто, это это 8, это следующая как бы генерация айфона И, э, собственно, Apple нам говорит, парни, то есть 7 и 8 это одно и то же получается Почему? Потому что мы смотрим сейчас э, И там, и там 4,7 дюйма, там, и там Retina HD дисплей, там, и там одинаковое разрешение дисплея 12-мегапиксельная камера, и там, и там Touch ID, да, здесь помедленный есть процессор да, э, в семерке, да. В восьмерке самое яркое преимущество это wireless charging. Но по сути из крупных изменений все. То есть по сути восьмерка лучше семерки только процессором и по сути увеличенный. Ну, про батарейка там побольше и плюс. Э, там будет у нас, соответственно, интереснее то, что зарядка лучше. И, кстати, по памяти, которая сделалась, в семерке 32128, в восьмерке 64256. И теперь дальше идем. В принципе, абсолютно одинаковые дисплеи. 1400 к одному контраст. Труто дисплей. дисплей добавился, собственно, в восьмерке. И все. По весу абсолютно одинаковые. По ширине, высоте, длине абсолютно А, нет. По весу новая восьмерка потяжелее, потому что там QI-приемник стоит заряда. Защита от воды и брызг И пыли одинаковые Так, здесь у нас, соответственно, по процессорам Ну, понятно, что восьмерка поинтереснее По камере апертура одинаковая Зум одинаковый лайфотос в принципе, в принципе плюс-минус Одинаковые видео Одинаковая фотокамера Одинаковая практически фронтальная камера Да, она нет абсолютно одинаковая То есть, по сути, абсолютно одинаковые телефоны 7 и 8 И тут возникает вопрос Какого черта Apple? Почему вы, собственно продаете нам... Почему вы нам продаете такой же телефон, наверное? То есть вопрос, то есть батарейки нет, батарейки здесь тоже одинаковые. То есть вопрос, почему вы нам продаете одинаковые телефоны? И вопрос, собственно, стоит, что же купить. Друзья, ну, все просто. Разница в цене у них будет порядка, наверное, 3-4-5 тысяч рублей, когда цена устаканится. И, в общем-то, семерка, она будет э, достойным телефоном, я думаю, она будет достойным телефоном еще в ближайшие года 2-3, потому что она на одном уровне с восьмеркой идет. То есть это, по сути, одинаковые телефоны, и покупать... Если у вас есть, есть лишние 3-4 тысячи рублей, конечно, покупайте лучше восьмерку. Если же нет, то в принципе можно купить семерку. И то же самое относится к 7 плюс, 8 плюс. Это оба шикарных телефона, но они по сути свои одинаковые. Я не знаю, почему Apple их сделали и почему меня больше, знаете, что томит? Почему? Потому что Apple, наверное, не получилось подогнать 8, 9, 10, чтобы iPhone X, вот этот iPhone 10, он получился э, последовательным. То есть они сделали 8, потому что, чтобы максимально приблизиться, наверное, к десятке. Потому что, по сути, это iPhone 7S. Реально. Да, там все долучено, допилено, улучшено и так далее. Но в чехле восьмерка, она вообще практически у вас будет ничем не отли... ни... отличима от 6, 6S и 7. То есть, в чехол одели абсолютно одинаковые телефоны. Также здесь э, Taptic Engine отрабатывается вибромотор, но в целом, если вы привыкли к семерке, если вы не хотите, то есть, знаете, какой момент, если вы не хотите, если вы хотите новый телефон, если у вас, вот если у вас есть семерка, и вы хотите обновиться, то давайте, наверное, берите восьмерку. Но при этом должно быть условие, что вы не хотите iPhone X с его огромным дисплеем. Вот примерно так. Хотя iPhone X, конечно, космос. И тут еще остается вопрос. Если рассматривать 8 или то, конечно же, ребята, iPhone X брать. Потому что здесь абсолютно все. Здесь аб это абсолютно другой телефон. То есть это шаг, это огромный шаг вперед. Это как с, три, с третьего iPhone на четвертый. Это как с четвертого iPhone на пятый. Это как с пятого на седьмой, на шестой. То есть это огромнейший шаг вперед. А iPhone 8 это закономерное продолжение линейки iPhone 6. Потому что iPhone 6, 6, 7 и 8 это как бы, ну, они одинаковые телефоны. Я думаю, восьмерка, если там не будет факапов с стеклянным корпусом и с зарядкой беспроводной, она будет идеальным устройством для тех, кому хочется кнопку домой привычную. И для тех, кому... Может быть, не нравится глазный OLED-дисплей, где офигеть, какие яркие краски, но при этом они шикарные. Вот примерно такое видео, такое сравнение. Я же себе, не знаю, я сейчас сижу в... У меня рвут эмоции практически. Наверное, я себе возьму и сначала восьмерку, потом возьму себе iPhone X, а возможно, мне это все предоставит на работе. Буду снимать об этом видео, показывать, рассказывать. Подписывайтесь на канал, надеюсь, вам будет интересно за этим смотреть. Я, наверное, склоняюсь вот этому красавцу. Но, опять-таки, iPhone 8 это тоже хороший телефон, но... Если вы хотите купить себе iPhone, то можно купить iPhone 7. Но вот если мы будем сравнивать, знаете, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone 6s, то тут, ребята, хотя вот опять же таки, вот если вот так глянуть, да блин, одно и то же, как я и говорил. Одно и то же, реально. Поэтому, поэтому как-то вот так, даже вот iPhone SE есть. Вот iPhone SE, да, здесь уже огромный шаг. А вот с э, семеркой, ну, честно, ну, не вижу, не вижу сильной мотивации переходить 7 на 8. То есть, если переходить, то уже на iPhone X, наверное, да?